Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить Portal 2, так, глава 4, сюрприз. Она говорила, что меня ждет какой-то сюрприз, я очень хочу его увидеть. Страшная комната. Очень не люблю темноту, она здесь прям черная. Сюрприз через 3, 2, 1. Ну, эй! Я все выдумала. Сволочь! Сюрприз. Ну, хоть конфетти, хоть под ними подстоим. Хватит. Если это тебе поможет, тебя бросили при рождении. Так что у меня есть серьезные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Спасибо, Гладос. Огромное спасибо. Можно было, знаешь, сделать действительно стоящий какой-то сюрприз. Так, ну это мне, наверное, так понадобится. У нас есть здесь луч. О, турель. Она нас может? Да. И там кнопка, что ли? Давайте я сначала туда схожу. Так. Что вам дает кнопка? Оу, два кубика. Не, ну это, в принципе, решаемо. Мы сейчас поставим как-нибудь вот так, наверное. И они там окажутся. Ну? Да. В кооперативном режиме было вот подобное. Поэтому меня вот такие штуки не сильно пугают. Так. Мне, наверное, один кубик надо сюда. И самой туда пойти. В принципе, мне нужно было уничтожить эту турель. Так. Ну да, там луч, он же ведь такой бесконечный, поэтому... С этим немножко будет проще. Надо бы оградиться от турели. Так. Так. Сюда оранжевый. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тихо. Аккуратно. Надо ее сжечь. Есть? Все, она больше нам не мешает. Так. И. Во. Я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что? Давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Биологические родители, которым мы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. Ну хватит издеваться. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании? Так вот жестоко, знаете, она поступает. Зачем? Зачем так? А? Здорово! Как ты тут? Привет. Я уболтал целую толпу наноботов, которые тут ремонтируют шахту. Они очень маленькие. Ай, я знаю, Джерри. У меня перерыв, дружище. Перерыв. Слушай, надо пройти еще 5. Что? Джерри, ты не можешь меня за это уволить? Да, Джерри? Может, ты предвзято относишься к наноботам моего размера? Это дискриминация, Джерри! Увидимся в суде, приятель! Так, слушай, надо пройти еще 5 камер. 5 камер? Ну, это, в принципе, немного. Но хорошо, что Уитли жив. Я уже думала, что она его совсем изничтожила. Он, конечно, периодически появлялся, насколько я помню, но не так явно. Ты знаешь старую формулу. Комедия – это трагедия плюс время. Ты проспала немало времени. Так что, если посчитать, ты в очень забавной ситуации. О, 19-я камера. Починилась? Молодец. Ну, надо попасть туда. И, судя по всему, вот 1, 2... Здесь запустить. Блин, а в каком все порядке? Черт его знает. Где у нас одна? Я в прошлой части, в первом портале и в прелюдии, я особо не обращала внимания на эти точки, но на самом деле они годные. А что у нас там? А, ну там эта пимпочка, которая у нас луч проводит. Значит, нам надо попасть вот сюда сначала. А как нам туда попасть? Вот.
Можно вот так. Ладно. Давай. Там еще вот турели стоят. Очень прям некрасиво получается. Так, ну единичка у нас готова. Теперь нам туда нужно... Нужно его вывести отсюда. О! Прыгающая платформа? Здорово. О, вижу один кубик. Так, ладно. Надо его забирать. Блин. Наверное, придется через прыжок это сделать. Ну, ай, не тот. Не тот. Ну, допустим, как-то вот так. Есть? И мне... А где он? Подождите. Где кубик? А, вот кубик. Там, наверное. Да, кубик здесь. А теперь мне нужно его туда отправить. Ага, ну, в принципе, у нас есть вот эта платформа. Но нужно его сначала закинуть сюда. И туда поставить. Ну-ка. Да. Ну-ка. Отлично. Теперь с вами проделаем тот же путь. Что-то это пока не сложно. Пока что это не очень сложно. Это учитывая, что это 19 уровень. А, вижу еще один кубик. Вижу еще один кубик. Как нам его достать? А, ну вот, в принципе, здесь теперь платформа. Ладно. Заберем кубик. Оп. И куда мне с ним? Наверное, вот сюда. Ладно. О, турели, турели, турели сжечь можно. Отлично. Здорово просто. Давай. Спасибо. Ну, платформа появилась. Какая-то легкая комнатка, хочу чуть-чуть посложнее. Но я еще пожалею о своих словах, правильно? Оп. Все, пройдено. Итак, я обдумала нашу дилемму и нашла решение, которое, по моему мнению, наилучшим образом подойдет одной из обеих из нас. Одной из обеих из нас. Кто? Это перевод такой, да? Согласно федеральному законодательству, я должна предупредить тебя, что следующая испытательная камера выглядит очень здорово. Все верно. Наш комплекс снова работает. Слушайте, ну выглядит она правда симпатично. Так, я бы сказала, чистенько. Но вот то, что комплекс снова работает, это пугающая на самом деле перспектива. Так. Ага. Три штучки, куда должен попасть. Ну, наверное, это... Что-то вроде... Вот так... Попадет? Да, попало. Так. А дальше, наверное, в тот же портал надо будет. Ага, да, правильно. А вот это попадет? Пожалуйста, попади. Во, здорово. Да супер. Мне, кстати, понравилась эта камера. Испытательные камеры выглядят даже лучше, чем раньше. Это было нетрудно. Нужно лишь посмотреть на вещи объективно, увидеть, что больше не нужно, и удалить лишнее. Но она прям минималистичная камера была, вот. Не такое широкое пространство, но очень легкая, конечно, учитывая, что это, по-моему, 20-й был уровень. Хотелось бы больше сложности под конец. И если это конец. После следующего испытания тебя ждет сюрприз. Да? Не такой поддельный и трагический сюрприз, как в прошлый раз. Настоящий сюрприз с трагическими последствиями. И в этот раз с настоящими конфетти. Трагическими последствиями? Последний мешок. Я буду скучать по ним,
но в конечном итоге они просто занимали место. Прекрасная вещь, последний мешок, я буду скучать по ним. Они... Что она пытается нам подарить? Так. А, ну здесь, в принципе, не трудно, да? Нужно же тут кубик забрать. А вот там кнопочка. Значит, надо как-то вот так. Потом кубик просто поставить, да и все. Добрый Эй! Кто выключил свет? Эй, опять ты. Я разговариваю так, потому что она не слышит в этом диапазоне. Слушай, железный шар, я тебя слышу. Специальный голос больше не нужен, беги! Беги! Да ладно. Да, дали бы пройти камеру. Давай, давай! Я так хотела, чтобы камеру можно было пройти. Беги, давай, я закрываю двери. Куда идти? Итак, напоминаю, вкратце мы совершаем побег. Мы побег. В процессе побега, так что беги. Вкратце план на будущее такой. Мы остановим сборочную линию турелей, отключим производство нейротоксина, а потом встретимся с ней лицом к лицу. Но в данный момент главное — беги! Серьезно? Давай, пошли. А можно мне просто камеры попроходить? Ты почти прошла последнее испытание. Вот, почему бы тебе просто не пройти его? Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный твоим другом. А можно мне сюда пойти? Стой, ты куда? Куда ты? О, смотри, там олень. Наверное, ты не видишь его. Подойди поближе. Я сохранюсь на всякий случай, ребят. Но она меня, наверное, убьет. Понятно, в общем. Да, она здесь убивает. И мне нужна загрузка с того места, на котором я остановилась. Ирония в том, что ты почти прошла последнее испытание. Вот, почему бы тебе просто не пройти его? Поверь мне, этот путь наружу легче, чем любой дурацкий план, придуманный. Да если бы ты мне не наврала. А что? За кого она... Оу! Скорее, сюда! Бегу, бегу. Вот если бы она нас не убила, это было бы замечательно, потому что мне сейчас очень обидно, что она нас подставила. Вот могли же пройти последнюю камеру? Могли, но нет. Давай, давай! Бегу. Так. Только, пожалуйста, нас не задави, хорошо? Ой, ой-ой-ой, турели. Можешь выбраться? Да, в принципе, здесь нетрудно. Нам нужно вытащить тебя! Постарайся выбраться обратно сюда! Я слышу выстрелы! Чуточку поздно предупреждать, но берегись выстрелов! Может, слишком поздно, но я хотя бы попытался! Так, сюда что ли? Ты в порядке? Да. Отлично, вперед! А сюда, вперед сюда. Куда? Туда? А, куда? У меня мышка отключилась, погоди, Уитли! Мышка, мышка, мышка. Во, все заработало. Турели! Блин. Полетай. Беги, беги, беги! Бегу. Выход там! Мы почти выбрались! Она рушит весь комплекс! Быстрее! Скорее! Блин. Сюда! Ой-ой-ой. Это лифт? Окей. Получилось. Точно, стенки сдвигают. Сюда, той стороне. Гледас, ну зачем что так, блин, над своим же детищем? Глава 5. Побег. Так. Не, ну мы тут пройдем без проблем. Хорошо. А, отлично, у тебя получилось. С мной. У нас еще много работы. По крайней мере, тут она нас не достанет. Надеюсь. А, что происходит? А, ага. А-ау. А, окей, не двигайся. Не двигаюсь. Так,
Хорошо, у меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой. Что ты сделал? Ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если нельзя ими пользоваться. Это же бессмысленно глупо. Ну, кстати, да. Ну, видимо, кто-то не хотел, чтобы ты этим пользовался. Темно тут, правда? Ну да. Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал. Всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличимы от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет, в обычном смысле слова. Пошли вперед. Вход на фабрику должен быть где-то здесь. Ну, я правильно иду, да? Окей. Осторожно, осторожно. Что такое? Ну, посвети. Стой, осторожно. Да, я включу свет для тебя. Выглядит опасно. Я подержу свет. Куда идти-то? Ладно. Отличная работа! Ой, блин. Так, там ездят всякие ерундовины. И меня это не радует, перспектива. Скорее, сюда! Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кого предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу — присматривать за вонючими людишками. Кубики. Извини, я не имел этого в виду. Просто ухаживать за людьми. Извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вонючие людишки. Вонючие людишки. Тут не, нам надо расстаться ненадолго. Переберись на ту сторону, встретимся там. Нет, мы перебрались, а дальше-то что? Так, подождите, на какую сторону мне нужно уйти? Тут нам надо расстаться ненадолго. Переберись на ту сторону, встретимся там. Все, я поняла. Хорошо. Нам надо вытащить тебя из этой комнаты. Да, ты пожалуйста. Можешь добраться до той стены? Ну да. Вон там есть другая стена. А, да, скажу тебе, люди. Я их так люблю. У них такой... фольклор. Красочный. Блин, фабрика, конечно, классная. Поражает только то, что это все делают роботы. Даже в упаковке запихивают турели. О! Турельки. Так, куда нам надо перебраться? Куда-куда? Я сохранюсь на всякий случай, конечно. Хорошо. Слушай, я спущусь по этому рельсу. Увидимся внизу. Удачи. Что, мне прямо вниз надо? В общем, я поняла, не надо особо бояться здесь ходить. Пока что. Я периодически сохраняюсь все равно, на всякий случай. Для персонала. Так.
Компьютеры, идет исправление турелей. Не взаимодействуйте с турелями, направленными на исправление. Ладно, я не планировала. Но... Так, ладно. Мне, видимо, нужно сюда. Конвейер исправления турели не аттракцион, покиньте конвейер. Да я же верю, что не аттракцион, только куда идти? А, во! Блин, одна полуживая. Это та самая. Блин. Я даже достижение открыла. В смысле разозлись? Тебе что-то в голову пришло в итоге? Пожалуйста. Не делай, Мона. Спасибо. Я не хочу ее оставлять, потому что она кажется адекватной. Что он принес людям знания. Он был заточен в глубинах земли, и птицы клевали его. Адекватная турелька, я ее с собой буду таскать. Этого недостаточно. Блин. Я ее убила. Так, понятно, в общем, они будут бить нас. Как мне туда обратно пробраться-то? Да, точно, прям девочка. Умерла. В общем, нужно было оттуда же, видимо, из той комнаты аккуратно мне поставить портал наверх. Но получилось, как получилось. Спасибо. Да не за что. Давай вниз тогда. Я тебя оставлю в живых. Не буду тебя с собой нести, потому что... Значит, ты умрешь. А, ну, в общем, в принципе, понятно. Можно вот так пройти было, окей? А? Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. А, отлично, у тебя получилось. Прекрасно. За мной. Тебе понравится. Ну, хорошо. Что я только не видела. Контрольный центр турелей. Спасибо большое. Иди сюда и посмотри в окно. Здорово. Видишь там сканер? Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Хорошо. Да. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Опять. Готово. Открыто. Отлично, достань эту турель. Образец. Отклик. Образец. Отклик.
Отлично, давно сработал. Образец отсутствует. Продолжаю процесс по памяти. О, не сработало. Хорошо, давай подумаем, как остановить этот конвейер. Есть какие-нибудь идеи? Есть идеи, есть идеи. Нет, меня тоже. Образец. Образец. Отклик. Тренер, покинь меня на поле. Ну давай. Образец. Отклик. Может быть, по нам сканировать, нет? Образец. Вы будете много гордиться. Ты образец. Еще думаешь, или что происходит? Отклик. Я пытаюсь. Образец. Отклик. Так, план такой. Давай вместе подумаем. Образец. Полный. Стой, ты куда? Куда ты? Ну ладно, ладно. Образец. О, погоди, я понял. А, нет, не понял. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Почему он от меня что-то ждет? Отклик. Привет, ну я попытался. Образец. Отклик. Ладно. О, у меня есть идея. Что если я притворюсь, что я тебя поймал, отдам ей, и она тебя убьет? А я смогу жить? Образец. Что ты об этом думаешь? Да черт его знает. Образец. Плохая эта идея. Образец. Возможно, где-то есть здесь кнопочка отключения всего этого. Турели нет. Может, система сохраняет какой-то запасной образ? Образец. Ладно. Пойдем наружу, посмотрим, что там. Образец. Окей, хорошо. Займи свои идеи, а потом возвращайся. Да я так и хотела. Образец. В принципе. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Ну дайте перепрыгнуть что-то. Образец. У меня есть идея, она, конечно, глупая, но... Дайте же ее реализовать. Отклик. Или мне туда вообще не вариант идти. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. 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 Отклик. Прошу прощения, а что там происходит? Ты понимаешь, я тут крепко задумался. А, вот, я поняла. Но все на самом деле проще, мне просто нужно дефектную поставить турель как образец. Образец. И тогда все сработает. Все достаточно просто, как оказалось. Отклик. А что у тебя там? Отклик. Что ты... О, супер, это супер! Образец принят. Отклик. Если нам повезет, она не узнает, что ее турели бракованы, а потом будет поздно. Ха-ха, классика. Образец. Окей, смотри за конвейером, а я пойду и хакну дверь. Образец. Окей, я начинаю вскрывать. Это будет немного сложнее, чем казалось оттуда. Образец. Займет минут 10. Поглядывай на дверь. Поглядываю, да, я смотрю. Дверь попалась. И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Да мы вроде сразу же в нее вошли. Она не может использовать турели. Теперь пошли разберемся с генератором нейротоксина. Хорошо. Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и все такое. Чисто научная демонстрация. Растения проросли прямо в потолок. Тут все наверняка заросло картошкой. Ну, хоть с голоду ты не умрешь. Ну, нет, с голоду мы не помрем. Я почти уверен, что мы идем правильно. Просто хочу тебя подводить. Такое ощущение, что мы ходим постоянно кругами. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуем так.
Хорошо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я знал, что мы правильно идем. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я. Угу. Его не получится просто, ну, опрокинуть. Придется применить смекалку. Блин, ну если его опрокинуть, я боюсь, что мы... комната управления. Пойдем посмотрим. Я боюсь, что мы тоже как бы вместе с ним опрокинемся. Наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. В каком-то смысле симуляции. Но для них она, наверное, как настоящая. Так, кубик. Угу. Боюсь, что дверь заперта. И я не вижу способа и... А, мы же не знаем, зачем эта кнопка! О, дверь открылась. Пойдем посмотрим. Не, ну мне кажется, что нужно вот это вот сделать штуку. Я могу включить систему нейротакси. Но она защищена паролем. А, сирена! Нет, не волнуйся. Для меня это не проблема. Можешь отдать мне пока я работаю. Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее, опустился. Хотел сказать, что он опустился. Все отлично, продолжай. Видите, как все хорошо. Получилось! Уровень нейротоксина 0%! Да! Погоди! Вау! Спаси нас! Нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки. Да! Опасная несмертельная отметка. Ай, блин. Куда нас затянуло? Что происходит? Черт возьми, что мы натворили? Так мы приедем прямо к ней. Даже не верится, что я это делаю. Видишь, я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. Как мне это нравится. Так нравится. Огромное место. Мы видим только верхний уровень. Оно идет вниз на километры. Все закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. Не терпится увидеть выражение ее лица. Нейротоксина нет, турели нет. Она не поймет, как мы ее обставили. Так, подожди, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. Эй! Я еду не туда! Я это делаю! Иди к ней! Я тебя найду! Так. Ну, мы без Уитли. Пугающе немножко. Но так или иначе, надо идти вперед. Черт знает, куда нас эта ерунда приведет. А, ладно. Ладно. Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. Блин. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь это. Эй-эй-эй! Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посолиднее портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. Это мой шанс. Это проблема. Вроде приедет, только не я. А вот и я. Нацелен и заряжен. Это так странно, здесь унитаз как бы ты ставить. Ты дело не сидела. Что ж... Мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг. Смертельный нейротоксин. Будь я тобой. Я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. Привет. Привет. Я так тебя ненавижу.
Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Перенос модуль. Сменный модуль принят. Сменный модуль, вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль, вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она нет, готова. Нет. Безвыходная ситуация, процедура замены прервана. Ну нет. Да. Вытащи меня, вытащи. Уполномоченному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Вытащи меня, вытащи меня. Не отключай, не отключай. Иди нажми ее. Не делай этого. Да, давай. Не трогай не так быстро. Подумай об этом. Только дипломированный научный сотрудник может нажать эту кнопку. Ты не квалифицирована. Не слушай ее. Это правда, что у тебя нет достаточно. Ну, у тебя есть нечто более важное. Палец, который можно нажать кнопку, чтобы на нас не убили. Воображает себя дипломированным научным сотрудником. Я только что добавила это в список. Я вела список всех твоих поступков. Вернее, я веду такой список, потому что ты продолжаешь делать всякие вещи, хотя я говорю тебе остановиться. Безвыходная ситуация ликвидирована. Пожалуйста, вернитесь во всех замены модуля. Стой, а вдруг это больно? Вдруг это очень больно? Я об этом не подумал. Поверь, очень, очень больно. Ты так просто говоришь? Или действительно будет больно? Ты ведь просто так говоришь, да? Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно будет? Убери от меня руки. Нет, о, боже. Нет, хватит. Нет. Мне ее жаль, на самом деле. Гладис. Ух ты! Ты только взгляни на меня! У нас получилось! Я контролирую весь комплекс! О-хо-хо-хо! Вы только посмотрите на это! Неплохо, да? Гигантский робот! Громадина! Я чертовски большущий, правда? Ах да, лифт наружу, сейчас вызову. Ну вот, лифт вызван! Ха-ха, только посмотри, какая ты маленькая отсюда! Но ты ненавидишь людей. И незначительная. Сейчас же что-то стоп, будет плохое. Подумал, а как я-то в лифт залезу? Ведь я такой большой и все такое. Так, я придумал. Ты заходишь в лифт, да? Потом, когда ты будешь проезжать мимо меня, я катапультируюсь из нового тела прямо в лифт. Гениально. Супер. Ну, если не считать стекла, стекла. Я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но чтобы так круто! Слушай, теперь я обалденно умный. Estou usando esta super detrução de forma incorreta. Por favor, consulte o manual. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. Ах да, лифт, извини, я все время забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Мне кажется, что ты будешь злым. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Да пошел ты! Отпусти! Ты представляешь, как это приятно! У меня получилось! Крошка Уитли сделал это! Верните Глэдис! Ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет. Нет. Нет! Не думай, что я тебя не раскусил, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто теперь главный? Я. Ты ненавидишь людей. Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо, притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он впился в мой мозг, как опухоль, создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю, Это был твой голос. Нет, ты врешь, ты все врешь! Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? А?
Что бы дурак сделать так? Гладис. Да, вот такие вот дела здесь происходят. У меня были подозрения после того, как он сказал, что ненавидит людей, о том, что он будет плохим. Привет. Ну что, как дела? Мы вместе с Глэдой, с картошкой. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Ну ладно. Раз мы так никуда не идем. Вернее, вообще-то мы двигаемся, и даже с пугающей быстротой. Ну, ничем сейчас не заняты, приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения, старавшихся создать наиглупейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично, еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих рессор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Ну окей. Только как мне это сделать? Какие же низы он нас поместил? Так, ну думаю, что на этом моменте я пока что приостановлюсь. И как всегда буду ждать ваших комментариев. Естественно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам интересно продолжение. Увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока-пока. До встречи.